Народная дружина в Ленинском районе реализует сразу несколько проектов, цель которых – укрепить здоровье и дух подрастающего поколения. Одна из актуальных задач – пресечь продажу табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним. Народная дружина Ленинского района совместно с полицией уже неоднократно проводила на территории муниципального образования совместные рейды по выявлению фактов незаконной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Сегодня решено было проверить исполнение еще одного закона – продажи алкоголя в ночное время. На этот вечер была назначена проверка всего одного магазина, а точнее торговой палатки около станции Расторгуева. Эта точка была выбрана не случайно. По имеющейся у дружинников информации, продажа алкогольной продукции подросткам здесь осуществляется постоянно. Вот и сейчас патруль, остановивший юношу, обнаружил у него в пакете бутылку водки. Где вы приобрели? Кто реализовал продукцию? Женщина, мужчина? Вы паспорт у мальчика спрашивали? Я ничего не продавала. Паспорт? Почему у ребенка не спросили паспорт? Я ничего не продали продавала. Ему водку. Я ничего не продавала. У меня тут народу много было, я даже не помню, кому что продавала. Как оказалось, продавец страдает не только потерей памяти. Она не имеет никаких документов. Предоставить представителям полиции лицензию на торговлю и показать уголок потребителя женщина тоже не смогла. Неизвестен сотруднице торговой точки и номер телефона директора. Документы на... Какие законы нарушили торговцы, полицейским еще предстоит разобраться. Главное, что рейд с условным названием «контрольная закупка» приносит результат. Действительно, ситуация меняется, но она меняется потихоньку. Мы будем продолжать контрольные закупки, будем делать это достаточно жестко. И самое главное, мы будем требовать достойных правовых мер и наказаний к таким продавцам. Данное действие является очень профилактической мерой, повторности у нас не возникает. Соответственно, повторных правонарушений пока не выявили. Подобные рейды проводятся не только в Ленинском районе. В течение 2 лет дружина проверила торговые точки в Химках, Люберцах, Одинцово. Цель проекта, чтобы торговые предприниматели всяких разных палаточек перестали продавать алкоголь как несовершеннолетним, также после 21.00. Как нам пообещали, контрольные закупки будут продолжены. Так что нарушать закон продавцам торговых точек не стоит. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.